Россия отрицает хранение химоружия на базе под Саратовом. В РФ заявили, что все базы, на которых хранилось химоружие, известны, но город Шихана к ним не относится. В Саратовской области был объект, но не в этом городе, заверил полпред российского президента. В России заверили, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в городе Шиханы, Саратовская область, никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок». Об этом заявил экс-глава Госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает Интерфакс. «Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы», — сказал полпред российского президента. По его словам, все базы, на которых хранилось химоружие, известны, но город Шихана к ним не относится. Бабич пояснил, что в Саратовской области был объект, но не в этом городе. Ранее сообщалось, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывалось на военно-исследовательской базе в закрытом городе Шихана. Эту информацию британские разведчики озвучили в ходе брифинга для союзников, чтобы убедить их в причастности России к отравлению Скрипалей. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.